Код качества для нашего предприятия – это возможность дарить улыбки и радость каждому ребенку, ведь дети – это будущее нашей страны. За 22 года то, что я работаю, это очень большая разница и очень большой проделанный путь. Из года в год, как развивалось наше предприятие, нам приходилось расширять производство, изучать различные технологии современные, идти в ногу со временем. Производство, оно не стоит никогда на месте. Сейчас на предприятии реализован уникальный проект. У нас полностью производственный цикл от зарождения идеи до конечного продукта. Бренду Полесье уже более 25 лет. И миллионы родителей доверяют нам самое ценное – это здоровье наших детей. Наша игрушка сейчас самая конкурентоспособная на рынке стран СНГ. Внук участвует в тестировании каких-то новых игрушек. Вот бывает и такое, что я ему приношу, и он пробует, и мы смотрим, как он играется. И уже исходя из этого, если никаких нареканий не возникает, тогда игрушка идет в производство. Но если есть какие-то нюансы, мы обязательно это дорабатываем. Главный секрет для выпуска хорошей игрушки – это качественная игрушка. Мы используем только качественные продукты. Мы не можем себе позволить для детей выпускать что-то, что может принести им вред. У нас в Беларуси производится достаточно много узнаваемых брендов. Это МАЗ, БелАЗ, трактора, МТЗ. И это вызывает гордость за нашу страну. Знак качества – это гарантия качества нашей продукции для потребителя. И это важно. Соблюдение стандартов производства позволяет нам выпускать безопасную, экологичную и технологичную продукцию.